Водную гладь бассейна дельфинов всколыхнули бабушки и один дедушка. Назвать их так, впрочем, язык повернулся лишь потому, что мероприятие переурочили к Дню пожилого человека. Веселые старты для русалок со стажем. Последние передвигались в свои стихии, как положено, легко и непринужденно. Поддержать спортсменов пришли молодые и очень молодые пловцы. 6 команд, укомплектованных участниками разного возраста, ушли в заплыв за первое место. У нас в этом году первый раз веселые старты к Дню пожилого человека. И мы назвали так вот: от корней прошлого к грядущему будущему. К соревнованиям допускали всех желающих. Кто смог выйти на старт, тот и стартовал. Надо сказать, что все участники почтенного возраста – учителя. И в бассейне таким образом прошлись еще и по празднику, который отмечают в России 5 октября. Где-то к середине мероприятия в воде уже было не различить, где молодые, а где постарше. Вопрос, трудна ли погоня за юностью, даже не стоял. Ответ очевиден. Легко. Задор такой от них получаешь. Вместе с грамотами, подарками, конечно, настроение на пятерку и твердое желание возобновить походы в бассейн в своем пенсионном графике. Предложение для таких пловцов в «Дельфине» есть и пользуется спросом. У нас есть участники войны, участники трудового тыла. Они приходят, они плавают. Мы их приглашаем на все соревнования, которые у нас проходят. От прошлого к будущему. От спорта к застолью. Всех участников игр пригласили на чаепитие и в клуб «Завсегдатай» в бассейн. Подобные мероприятия в «Дельфине» проходят с завидной регулярностью. Уже, например, готовятся к Международному дню инвалида. Это тоже будет соревновательный процесс. Спортсмены центра выйдут на воду вместе с ребятами с ограниченными возможностями. Конечно, как всегда, подготовят и танцевальные номера, и призы, и угощения. Все пройдет в бассейне поселка Развилка. И даже уже известно кое-что о елках на воде. Взрослых детей пригласят как в Развилковский бассейн, так и в Видновский 18 и 19 декабря. Татьяна Кременецкая, Павел Игнатьев, Елена Кошелева. Видное ТВ.